Предсезонные игры в самом разгаре. Хоккейная команда «Юргу Политехник» вернулась с соревнований со вторым местом из Тамбова. В межвузовском турнире они встретились со студенческими командами. Хоккеисты были из разных городов страны – Москвы, Нижнего Новгорода и Тамбова. Готовиться мы начали со второй недели августа. Провели тренировочную неделю, втягивающую здесь у нас в раздевалке и в парке. Потом поехали в «Олимп». Спасибо и институту, и руководству лагеря, что там были созданы шикарные условия для подготовки спортсменов. По приезду из Олимпа две недели совмещали ледовые тренировки с тренажерным залом и с пробежками. Команда «Политехник» уже уехала на московский студенческий турнир. Ребята надеются на победу, ведь они долго тренировались и настраивались на эту игру. Часть игроков отправится из Москвы в Красноярск, где будет проходить тестовая зимняя универсиада. Отметим, что было подписано соглашение с телеканалом «Матч-Арена», на котором будут транслироваться полуфинал и финал, и мы сможем болеть за нашу команду.